Глава государства дослушал всех докладчиков, а затем перешел к разбору полетов, задав вопрос практически каждому министру, ответственному за выполнение госпрограмм. Одно из ведомств, чья работа не отвечает поставленным задачам, Министерство по развитию регионов. В этом году мы создали Министерство регионального развития, которое должно было решать проблемы регионов. По замыслу правительства, как мне премьер-министр докладывал, когда предлагал это, все областные акимы будут приходить в это региональное министерство и с одного окна, как в ЦОНах, решать все свои вопросы. Он не выполняет это министерство своих задач, идею, для чего оно создавалось. То есть не реализует основную функцию. Глава государства поручил Минэкономике уйти от дублирования производств в регионах. Президент напомнил чиновникам о значимости индустриальной программы и их персональной ответственности. Глава государства отметил перерасход бюджета и некачественное освоение трансфертов на госпрограммы. Не надо тратить эти деньги на закрывание дыр, а использовать на самые неотложные нужды. Вообще-то хорошо было бы, чтобы эти деньги были на местах освоены и предоставлены социальные услуги населению. Но раз это не сделано, то эти деньги изымаются от соответствующих исполнительных программ. Глава государства дал поручение не перераспределять эти деньги, а использовать на самые неотложные нужды. Качество строительства дорог, завышение стоимости гособъектов, работа правоохранительных органов, строительство жилья и рациональное использование средств бюджета, эффективное взаимодействие регионов и выполнение социальных программ. Поручений президент дал немало, и все их будет контролировать глава каждого региона и лично премьер-министр страны. Айбану Анарбаева, Фариза Шимшидин, Бауржан Кажаканов, телеканал Алматы.